Готовим кабачки в сливочном сырно-чесночном соусе. Разогреваем на сковородке растительное масло и обжариваем кабачки, нарезанные кружочками с двух сторон до золотистого цвета. И уже обжаренные кабачки выкладываем в форму для запекания. Берем блендер, кладем туда чеснок, вливаем сливки жирностью не меньше 20%. Добавляем сыр, натертый на крупной терке, и томатную пасту. Вместо томатной пасты у меня домашний томат. Добавляем соль, перец по вкусу и немного паприки. Измельчаем и полученной смесью заливаем кабачки. Форму нужно немного потрясти и постучать, чтобы заливка равномерно распределилась. Отправляем в разогретую до 220 градусов в духовку на 15 минут. Кабачки готовы. Точное количество ингредиентов оставлю в описании или в комментариях.